Привет, братишка! Я хочу рассказать, что у меня ты можешь заказать персональную и эксклюзивную прокачку в Roblox. Ну, он же буст. Я прокачу в Шиндалайф, Рагуль, Пчеловод, Аниме Файтинг Симулятор, Блокс Фрус и многих других плейсов. Все подробности и условия ты можешь найти по ссылке в описании. Обращайся. Друзья, всем здорово, с вами снова, как всегда, Бамбук, он дядька Панда, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Шиндалайф. Ну что, ребята, пришел ответственный момент, пойдем с вами фаниться, сливать практически 2000 спинов, 2000 с копейками, там, очуметь. Как вы знаете, ребята, вышла обнова у нас сегодня, вышли новые коды, ребята, все коды я уже снимал, все будет в описании, если вдруг кто-то не вводил, обязательно их, ребята, вводите. А сейчас мы с вами опять идем, ребята, на челлендж. Будет нас разводить на робоксы, у нас получается наш разраб, либо нет. А, его же там за робоксы, по-моему, нельзя сейчас выбить, да? Ну-ка, погодите. Блин, опять у меня версия не та, ребята, 94-я. Блин, на глобале, сколько вот замечаю, на глобал заходишь, постоянно старая версия. Обождите, идем на випку. Так, все, ребята, випка, версия 0.96, отлично, ребята. Так, про что я говорил, можно ли, ребята, его выбить за робоксы? Не знаю, сейчас мы зайдем, посмотрим. Шиндай Рен, ребята, это с босса 1.25, Шиндай Рен Ян, ребята, 1.150, это у нас, конечно же, ну, со спинов, ребята. У меня 1000, ребята, уже спинов. Еще плюс я не вводил новые коды, там два спин, да, по-моему, два кода по 500 спинов. Ну, понятное дело, ребята, не вводите их, если у вас нету вот этой вот... Так, где он там у нас? Геймпас, который, ребята, на спины, который дает вам 1000 спинов. Кстати, многие спрашивают мне постоянно, как я быстро кручу. Вот он, ребята, спинс. Видите, написано skip animation. Animation skip. Короче, он пропускает анимацию, из этого они быстро крутятся. Так, ну чё, ребята, не забываем, конечно же, подписываться на канал, жмякать колокольчик и влепить царский сочный бамбуковый лайкос, для того, чтобы получить двойную бамбуковую удачу от бамбукового медведя. А также, ребята, напишите в комментариях, что вам выпало с новых кодиков. Очень сильно будет интересно почитать. Я постоянно читаю ваши комменты, ребят, но на все, конечно, отвечать не успеваю. Народу там очень много у нас. Так, ладно, не будем томить, ребята. Прям все сразу же. Так, давайте с вами подумаем, сколько мы с вами сольем спинов, ребята. Ну, чтобы ролик сильно не затягивался. Давайте 200 спинов. Мы сейчас просто, я 200 спинов, ребят, сливаю. Мы посмотрим, что нам там выпадет. Но и будем пальцы загибать. Сколько у нас выпадет каких-то пучковых, ребята, клевых блудлайнов. Потом мы поводим кодики еще. В сумме у меня получается где-то 2000-2300 спинов на это все дело будет. Ну, блин, на вангу что должен упасть. Но, как говорится, должен, но не обязан. Если не выпадет с 2300 спинов, ребята, новый блудлайн. О, я не знаю, что я сделаю. Да что я сделаю? Я пойду, ребята, опять донатить. Сейчас давайте мы посмотрим. За донат он падает, его же можно купить, и сколько он стоит, если у меня там робоксы, а то у меня же там раздача вся. А! Ребята, можно купить Шиндай, Рингоку, я додумал нельзя. Но смотрите, 0 дней, 16 часов он только доступен, его можно купить за 800 робоксов. Ну, в принципе, не особо дорого, ребята, да? Так, ну что, ставим, ребята, здесь элементы. Давайте ставим, так, погодите, нет, вот сюда. Давайте ставим, как нам выбить? Нам нужно поставить два огня. Раз огонь, два огонь. И давайте поставим здесь две водички. Водичка будет заливать, ребята, огонь. Вот такая вот штука у нас будет. Ну что, пожелайте мне удачи, ребята. Сливаем с вами сейчас 200 спинов до 800. Смотрим, что нам падает. А вы напишите в комментариях, что упало вам. И со скольки спинов, ребята, Шиндай Рингоку вам выпал. Ну что, всем приятного просмотра, ребята. И отличного вам дня. Погнали. Бум. Раз, два, три. Видите, быстро крутится. Крутится все. О, нифига себе. Рингоку, ребята. 5 спинов Рингоку. Зажимаем первый палец, ребята. Одиничка уже есть. Неплохо. Рингоку, ребята. Сразу же с 5 спинов. Так, ролим дальше, ребята. Погнали. Крест-накрест. Вот так сейчас пойдем. Крест-накрест. По часовой, против часовой. Так, ну давай, падай что-нибудь там вкусненькое. Оба-на, Райан Акума, ребята. А сколько? 18 спинов. Палец номер 2 загибаем. 2 уже нормальных блудлайна, ребята. Нормально, бамбуковая удача. Но самое главное посмотреть,
Что у нас там в сумме, ребята, упадет? Так, и главное, чтобы версия у нас была 0.96, ребята. Внизу версия, смотрим, да? А то вдруг я на старой версии буду выбивать. Так, пока мисс ничего не падает. Но чем хорошо, у меня запас большой. А, и плюс у нас еще есть, конечно же, ребята, кодики, да? Кодики это хорошо, они душу греют. Блин, нифига себе, все 4, ребята, были. Explosion, да, взрыв. Оба-на, Жокей, ребята, оригинальный. 3! 3 уже нормальных Bloodline, ребята, упало. Так, ну, меня интересует, ребята... Так, Фрост. Ну, ладно, пока палец не будем загибать. Оба-на! Джованни Шизен, ребята, 4-й Bloodline получается. Ну, один из топовых, ребята, он довольно-таки пучковый. 4, ребята, Bloodline уже. А мы слили 50 спинов, ребята, с вами. Так, Аполло Сент. Ну, это так себе. Так, Шиндай Рингоку падай. Шиндай, оба натики. Хейр, ребята. Ну, плюс там у тебя еще по мелочи. 5 уже. 5 мы загнули пальцев. Хейр, ребята, хейр. Где-то плюс-минус 5 уже у нас. Давай, 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 моя хорошая. Так, лава. Ладно, палец не будем загибать. Лава так себе. Нормуль, но не топчик, да? Интересно, интересно. Так, что же следующее-то, а, ребята? Так, опять же этот, Шизен, ребята. Опять луковица это. Но получается 6 уже, да? 6. Блин, кто-нибудь там выбил? Нет уже его. Говорят, что в первый день лучше не ролить. Не знаю, ребят. Но я, если что, готов потратить. Так, мозги, ребята, 7-й. Мозги, мозги, мозги. Мозги нам, как говорится, пригодятся, да? Так, Шивер Акума, ребята, 8. А я еще даже 100 спинов, ребята, не слил. Соточки еще нету. Блин. Чувствую, меня разработчик сейчас разведет опять на 800 рубаксов, ребята, да? Так. Кеничи, ребята, Кенчи, этот, я уже забыл, как он называется, 9-й, 9-й, 9 уже Bloodline. Так, ребята, я слил сотку, 900 спинов, остается у нас еще одна сотка, в сумме 200, да, сливаем, и у нас уже 9, ребята, Bloodline. Так, ролим дальше, ролим, о, нифига себе, все на доке, ребята, сова, 10-й, 10 уже Bloodline, ребята, выпало. Так, погнали. 10 штук, ребята. Десяточка у нас уже есть. Так, опять лава падает. Блин, где мой Шиндай Рингоку, ребята? Шиндай Рингоку. Так, дальше ролим. Дальше ролим. Дальше ролим. Дальше ролим. Падает шляпа всякая. Так, 78 спинов у нас еще остается. Блин, может мне перезайти? Не, я потом буду ускоряться. Может быть, я потом еще пару раз перезайду. Всякое бывает. Так, так, так. Погнали, погнали, погнали. Так, ребята, Банкай Акума падает. Но он у меня есть. 11 уже получается. Уже 11, ребята. 11 пучка режем. Так, нифига себе. Тенгоку, ребята. Рингоку, Тенгоку у нас. 12 уже получается выпало, да? Так, ну что-то здесь какая-то одна шляпа, по-моему. Так, пока что-то не падает. Давай, моя хорошая. Так, бабл, ребята. Ну, нормально, он хорошо станет, кстати. 13. В сумме 13 у нас уже. Так, Light Joker, ребята, 14. Нифига себе, неплохо нападало. Капец, еще Рингоку, ребята. А у нас Тенгоку там был. 15 уже. Блин, столько всего нападало. 15, ребята, тапчанских уже блудлайнов выпало. Но пока то, что мне нужно, ничего не выпало. Так, Саберу, ребята, 16. Капец, Шивер Акума опять, 17. Падает-то все топчанское, но вот только единственное. Так, Шадо, ладно, это мы не будем загибать. Аками, ну плюс-минус, вместе их по половинке возьмем. Это что у нас получается? 18 блудлайнов, ребята, уже. 18 блудлайнов. Сенка, ребята, 19. Ну-ка, 20 будет, нет у нас.
Двадцаточка будет, не будет. Так, у меня 9 спинов, ребята, осталось. 6, 5, 4. 20-й, ребята. 20-й это у нас этот молния, черная молния. И здесь 3 штучки, еще крутим. Так, 800 спинов, ребята, у меня остается. 20 топовых блудлайнов, ну, таких нормальных упало. В принципе, неплохо. Ну чё, а теперь хлобысь, ускоряемся. Так, конечно, ребята, 1000 спинов слил. Нифига, ребята, не упало. Это просто жесть. Пипец, 1000 спинов, ребята, улетело. Давайте поводим теперь коды, ребята. Какие-то старые коды, какие-то новые там коды, ребята, по 20 спинов. Самые вкусные коды, ребята, которые на 1000 спинов, я, конечно же, оставлю на самом конце. Так, сотка у нас уже есть, 190 есть. Так, и здесь еще 280, ребята, да? Так, давайте на 25 тысяч реал коинов, ребята, тоже введем код. Так, и по-моему все, ребята, у нас. Ну-ка, погодите-ка. Так, у меня должно остаться только 2 кода, ребята, которые новые. Так, а вот этот я вводил, не вводил, уже не знаю. Так, да, это мы вводили. И вот этот, наверное, тоже мы вводили. Да, ребята. Так, ну и чё? 280, давайте опять сливаем, ребята. Керада падает. Блин, это просто жесть. 1000 спинов, ребята. Смотрите, жокей опять падает. Короче, куча вкусняшек. Так, ну чё, я, короче, сейчас какой план, ребята? Я сливаю вот эти 280 спинов. А далее я ввожу 2 кода по 1000. Это получается 2280 спинов, ребята, в сумме. У меня попытка выбить новенький, ребята, Bloodline. 2280. Это просто жесть. Не знаю, упадет он, ребята, не упадет. Если не упадет, значит, разработчик опять разводит на робосы. 800 робоксов придется ему, наверное, задонатить, да? Он, наверное, видит, что у меня есть робосы, и поэтому говорит, давайте, Капаныч, я тоже кушать хочу, да? Так, давайте мы до 200 сейчас с вами спулякаем, а я потом ускорюсь, ребята, потому что долго так ждать тут, это пипец. Так, блин, опять какая-то шляпа, ребята, падает. Что-то падают все время какие-то шляпы. О, Сингоку, ребята, блин, сколько раз уже Сингоку, у меня уже сегодня раз 5 он, наверное, упал, пока я это все сливал. Мне уже, по-моему, там все, ребята, просто полностью все повыпадали. Будлайны. Так, опять Black Storm. Черная молния, ребята, опять упала. Блин, нифигашечки не падает. Вообще нифигашечки не падает. Мне нужен Шиндай Рингоку. Где мой Рингоку? Мадара. Мадара, ты там где? Так, по-моему, кого-то на робосы, ребята, разводят. Так, Рюкан Шизен, ребята, падает. Но мне уже он там столько раз падал, это просто жесть. Так, ну чё, 4, 3, 2. Так, Камаки, ребята, зато упал. А я не помню, по-моему, у меня был Камаки, да, уже? 1. Ой, и здесь еще Саберу. Смотрите, из последних двух, это, еще и Саберу, да? Офигеть. Ладно, опять ускоряем. Вау, ребята, капец, он мне выпал, очуметь, очуметь, ребята, наконец-то, я уже думал, все, ха-ха, геймово, Шиндай Рингоку, но самое главное, сколько у меня ушло спинов, ребята, я все, полностью все ввел коды, ребята, вот только что недавно последний вводил, 900 там что-то у меня с копейками было, а получается 2280 минус вот эти мои 762, это сколько у меня осталось, и что у меня там получается, ребята, у меня на новый Bloodline ушло 1518 спинов, 1500, ребята, чтобы его выбить, офигеть, это просто жесть, но даже бы, если бы он мне не выпал, ребята, я, наверное, бы его за робоксы бы купил, 800 робоксов для видоса мне было бы, конечно, не жалко, блин, офигеть, наконец-то, еще 762, ребята, на халяву осталось. Так, давайте зайдем, посмотрим, сколько там надо нам на мод. А чуметь, сейчас займусь его прокачкой, ребята, ждите. Но я не знаю, сегодня успею, не успею снять видосик и прокачать. Но завтра, наверное, ребята, завтра будет уже видос, полностью обзор, с полностью всеми тестами, с буковками, с циферками, ребята. Я все выпишу для вашего удобства, конечно же, мы все затестим. 1500 спинов, святой бамбук, капец. Ну я уже, если честно...
морально готовился, что мне 2280 спинов, и он мне не выпадет. Бывает такое, ребята, бывает. В последнее время разработчик что-то как-то разводит, по-моему, на робухе, ребята. Блин, это жесть, красота. Так, смотрим, что там скиллы, ребята, одним глазком, ребята. Смотрите, я тут уже потом психанул, я перезаходил несколько раз, поставил 4 этих. 4 огонька. Вот на 4 огонька выпало. Так, блудлайны, ребята, блудлайны. Так, а что у нас здесь все закрыто? У меня 94-я версия. Блин, на випку. Блин, надеюсь, он у меня не заберется. Блин. 94-я версия. Не-не-не-не-не-не-не-не. Капец, видите, 96-я, 94-я версия. Блин, надеюсь, у меня разраб его не заберет. Это будет просто эпик фейл. Удаляем Roblox сразу, ребята. Не-не-не, тихо, ребята. Скрестите пальцы, пожалуйста, скрестите пальцы. Если он у меня пропадет, это будет жесть. Да не, наверное, должен остаться. А то это такой баг получается будет. Но у меня, если что, все снимается, ребята. Так, а что я не могу зайти на випку? Вип-сервер, ты пехайся. Блин, у меня сейчас если еще и все зависит, ребята, это будет жесть. Все, у меня никуда не тпхается. Ёлы-палы, а на глобал? А на глобал тпхается? А какая тут на глобале будет версия? Обелиск. Блин, ребята, что-то я как-то это... Как говорится, Славик, что-то я очкую. 1500 спинов, вы что прикалываетесь? Пока есть коды, ребята, надо... Да, это будет просто эпик фейл, ребята, если его сейчас не будет. А у меня, наверное, зависло все. Офигеть. Ладно, перезаходим. Так, окей, я перезашел. С третьего раза вообще не заходит. Видимо, там нагрузка на серваки. А здесь версия 0.96. А была 0.96.5. Блин, бог ты мой, еще версии все разные. Так, самое главное, ребята. О, все нормально. Слава мягкому месту, ребята. Обалдеть. Так, 65 уровень. 450-й, 750-й. Разблокируются, ребята. Так. На 50-м уровне, ребята, у нас мод. А сколько там, интересно, модов? Блин, смотрите, здесь какой-то у нас будет, видимо, метеор. Здесь что-то светленькое, здесь что-то... Ну, сам, ребята, вот это тут какой-то шаринган, я не знаю. Блин. Так, одним глазком бы как-нибудь взглянуть, не взглянуть, ребята. Ладно, сейчас я пойду все это дело, ребят, прокачивать. Ну, не знаю, как я сказал, наверное, завтра, ребята, будет. Блин, капец, еле заходит, что-то какая-то нагрузка на серваки. 100 тысяч человек играет, прикаляйте, ребята, я сейчас глянул. 101 тысяча онлайн, это просто жесть. Вот это мега обновка, ребят. Ждите, будут видосы, ребята, будут стримы. Обязательно с вами пойдем, все повыбиваем, я вам помогу. Фу, все, ребят, с вами был Бамбуковый Мишка Капанда. Пишите в комментариях, сколько у вас ушло спинов. 1500 спинов у меня улетело. Ладно, ребят, всем удачи, всем жму лапу и всем пока-пока. I like it.